Перевал Утмёк автодороги Талас-Тарас-Сусамыр расчищен от снега. Дорога открыта для проезда, сообщает пресс-служба Минтранса. По ее данным, совместными усилиями работников ведомства и полномочного представителя президента Таласской области проводятся работы по очистке перевала Утмёк. Ночь с 10 на 11 марта в связи с резким изменением погоды и выпадением обильного снега толщиной 80-100 см, а также снежной пургой, перевал Утмёк автодороги Талас-Тарас-Сусамыр с 13 по 21 километр занесло снегом. В создавшейся ситуации работниками ДУ-36 Минтранса со своей имеющейся техникой и предоставленной техникой Рудингаджиру и местных властей снежные заносы на перевале были убраны и был дан проезд автотранспортным средствам, говорится в сообщении. Минтрансе рекомендовали водителям, выезжающих на перевал Утмёк автодороги Талас-Тарас-Сусамыр, иметь при себе цепи противоскольжения, чтобы не создавать заторы на трассе.